Со второй половины этого года в Казахстане начнут прививать девочек от вируса папилломы человека. Он вызывает одно из самых распространенных онкологических заболеваний женской репродуктивной системы – рак шейки матки. Мужчины также в зоне риска. Опасный вирус может спровоцировать рак половых органов. Лекарства от коварного недуга пока нет. По словам специалистов, единственной мерой профилактики остается вакцина. В 95% случаев рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека. Аборты, беспорядочная половая жизнь и вредные привычки могут также стать причиной развития рака. Было выявлено более 180 типов ВПЧ. По интенсивности наиболее опасными считаются вирус 18 или 16 типов. Прививать несовершеннолетних как раз и планируют от наиболее коварных. Прививку делают в возрасте 11 лет. Ставятся три вакцины с разными временными промежутками. По словам специалистов, особой подготовки перед инъекцией не требуется. Главная особенность в том, что прививка ставится для до начала половой жизни. Пока в организм опасный вирус не попал, после прививки получается иммунитет. Более того, болезнь стремительно молодеет и встречается даже у девушек 18-20 лет. В 2022 году рак шейки матки выявили у 104 жителей Шымкента, а в прошлом году опасный вирус подтвердили у 98. Вакцинация против вируса папилломы успешно применяется в Австралии, Бельгии, Канаде, Германии и Новой Зеландии. Исследования показали, что прививка не вызывает бесплодия, как утверждают антиваксеры. Елена Карпенко, Талгат Абдинабиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.